лица светятся друзей. Песня с ночи раздается, песня радости моей. Как журавли в небе чистом эта песенка летит, как ручей гора искристый эта песенка звенит. Летите, журавли. Здравствуй, моя маленькая. Ручеёк мой говорит. Возвращайся, я не оставлю с вами сердце чудили. Кто тебя обидела? Ну-ка, дай твою ручку. На твоей ладошке тут садик, посредине пруд. Палец большой, гусь молодой, указательный поймал, средний гусь ищипал, этот суп варил, этот печь топил, полетел гусь в рот, а потом живот, вот. Мамушка смеется, лица светятся друзей. Здравствуйте, бабушка Сурия. Песня с ночи раздается, песня радости моей. Пока, девочки. До свидания, Чигири. Кися! Кися! Ты что, спуститься не можешь? Ну-ка, иди ко мне. Ну, беги домой. Привет, Чигири. Здравствуй, Самур. Смотрите, смотрите, у председательского сына уже из спины кукуруза растет. Что смешного в том, что Самур хочет привезти кукурузу, дающую 2 урожая в год? Скорее он сам превратится в початок. Мичурина из себя корчит. А того не знает, что давным-давно уже была такая кукуруза. Пусть спросит у Кичи. Как была? Да-да, была! Самур! Постой, Самур! Самур, Хабиб говорит, что уже была такая кукуруза, которая давала 2 урожая в год. Да? Угу. Я об этом не знал. Спроси у дедушки Кичи. Хорошо, я спрошу. Салам алейкум. Валейкум салам. Дедушка! А-а-а. Дедушка! Здравствуй. Как я по тебе соскучилась. Соскучилась? Тогда почему сбежала от меня летом? Ну, пойдем. Отец, наконец-то ты приехал. Здравствуй, дочка. Здравствуй. Как твое здоровье? И хорошо, и плохо. Садись, садись. Я приехал поздравить Чигири с днем рождения. Спасибо, отец. Ты всегда помнишь об этом. Отец, что ты? Ничего, ничего. Это мне? Тебе, внучка, тебе. Нравится? Угу. Ну, держи.
Держи, держи. Я давно решил. Исполнится 16 лет, подарю Чигири. В старые времена этот жук считался священным. Тому, кто его разобьет, грозило несчастье. Но ты не бойся, так считалось в старину. Хотя храни его бережно, это семейная реликвия. Дедушка, чем ты тут дышишь, внучка? Можно ли дышать этой дрянью? Фу. Успокойся. Моей внучке нужен горный воздух. Ей учеба нужна, сверстники нужны. Ты решайся, наконец, и переезжай сюда к нам. Совсем один остался в своих горах. Скучно ведь там. Как может быть скучно в горах? Я предлагаю все западные вот участки, что у нас под кукурузой, отвезти под виноградники. А скот кормить чем? Да, но одним виноградом сыт не будешь. А чем же мы сыты? Разве... Плохой доход мы получили. Доход-то мы получили, надоело возиться с этой кукурузой. То вызревает, то не вызревает. Извини, председатель. Колхоз передовые выходит, дорогой Кичи. И все это из-за винограда. Что здесь? Прочти. Тут про тебя. Близорукая тактика. Ну, да-да. Вы можете быть свободными. Девушка, мне срочно город, пожалуйста. Телефон в городе. 124-01. Слушаю. Алло. Замминистра у тебя? Да. Соедините, пожалуйста. А кто говорит? Ахметов говорит. Слушаю. Алибек, здравствуй. А, привет. Читал? Читал. Что это тебя то хвалят, то ругают, а? Не знаю. Ты не волнуйся. Да я не волнуюсь, только вот... Что? Вот, знаешь, после критики всегда ведь... Можешь спать спокойно. Вот за это спасибо. А, кстати, наш уговор остается в силе? Да, конечно. В субботу приедем, ждите. Привет, супруги. Передам. Что нового в селе? Все по-старому. Да, Самур после учебы вернулся. Он вроде диссертацию пишет. Совсем помешался на своей кукурузе. Узнаю Самура. Все такое же, как в школе. Отца его в последнее время часто вижу. Наверное, у него какие-то дела с папой. Зайна. А? Я... Давно хотел сказать тебе. Что? Ну, меня назначили главврачом. Поздравляю. Спасибо. Я сегодня же пойду к твоему отцу. И что? И то, что сказал. А ты еще ничего не говорил.
Я знаю, что сказать. И скажу ему. Мне пора идти. Пошли. Пошли? Ты сегодня возвращаешься в аул? Да. Сегодня хватит. Еще дома поупражняйся, а завтра я прослушаю этюд в классе. До свидания. До свидания. До свидания. Не завтра, а в понедельник. Завтра суббота. И отец везет нас в аул. Папа, мы правда завтра едем в село? Да. На день рождения Самура. Дай-ка хлеб. А, вот почему вчера опять звонил его отец. Наш милый очкарик. Очкарик не очкарик, но помяни мое слово. О нем еще заговорят люди. О нем и раньше говорили. Помнишь, как он из школьного огорода сделал опытный участок? Селекционер. Не понимаю твоей иронии. Сегодня в мой кабинет ворвался какой-то взлохмаченный тип и заявил, что он любит тебя. Ты знаешь его? А разве он не назвал себя? Не успел. Я выгнал его. У меня начиналось совещание, вошли люди. На прощание он пообещал, что придет еще раз. Какая наглость. Зина. Я думаю, на день рождения Самуры тебе нужно надеть белое платье. Оно тебе так идет. Мам, ну. Самур перспективный ученый. Уверен, потенциальный лауреат. Читал? Читал. Ну и как? Отец, прости, но, по-моему, статья правильная. Меня, сделавшего убыточный колхоз, богатым, близоруким называют. А ты говоришь, правильное. Почти каждый колхозник «Жигули» имеет. Некоторые даже «Волгу». А это все виноград. Это так, отец. Но покупать мясо колхозники ездят в соседний район. А ведь кукуруза это все. Это масло, это мясо, это молоко, это птица. А ты все сокращаешь, с каждым годом ее посевы. Орел мух не ловит. Виноград, вино, которое мы из него готовим. Вот это дело. Ну ладно, я не об этом хотел поговорить. У тебя в субботу день рождения? К нам гости приедут из города. Вот как. Я совсем забыл об этом. Ты забыл о своем дне рождения? Я всегда о нем забываю. Ну, я думаю, этот день рождения ты запомнишь надолго. Приезжает замминистра Алибек с женой и дочерью. Ты помнишь, Зайна? Отец, что ты затеял? У меня сейчас нет времени заниматься личными делами. У меня сейчас опыты. Я давно слышу про твои опыты. И когда это будет? Новый сорт кукурузы. А я внуков хочу иметь. Сейчас хочу. Это гораздо важнее. Отец! Ты с ума сошел? Я давно так решил. И не возражай мне. Ты решил? А сына своего ты спросил? А ты занимайся своим хозяйством. И не вмешивайся в мужские дела.
чтобы в субботу был дома. Пожалуйста. Спасибо. Чигирей, где Айша? Мама сейчас придет. Это мне? Угу. Какой кошмар. Как я устала. Ноги не ходят, сил нет. А зачем же вы тогда на почте работаете? Для красоты. Потимат, соседка моя, мне говорит, хочешь похудеть? Или кури, или ходи. Курить пробовала, фу, чуть не задохнулась. Слушай, посмотри-ка на меня, похудела я хоть немножко. Вроде бы нет. Ой. О, о! Особенно тяжело носить почту этому Самуру. Самуру? Да. Да к нему каждый день поступают телеграммы, книги, журналы. Даже заграничные. Вот посмотри, вся почта ему. А вы бы на велосипеде? Да пробовала. Падаю. А хотите, я отвезу? Ой, Чигири, милая. Вы только побудьте здесь, пока мама придет. Хорошо. Остальное это его. Есть на плечах. Кто делает объезд слева? Я растерялась. Растерялась? Нечего было гнать на такой скорости. Куда торопилась? К тебе. Тетушка Ханум просила передать тебе книги. Ага. Какие? Вот. Ты все такая же непоседа, Чигири. А помнишь, как я тебя снял с макушки тополя, который рос во дворе нашей школы? Тебе тогда было лет 10. Ты на дерево взобралась, а спускаться боялась. Помнишь? Помню. А теперь ты стала совсем невестой. Кем-кем? Почти, почти невестой. Я пойду. Вот твои книги, а сумку занесешь на почту. Подожди, Чигири. Подожди. Спасибо за книги. Пожалуйста.
Слушай, а откуда у тебя это кукурузное ожерелье? Я сама его сделала. Тебе нравится? Ага. А почему тебя назвали так? Чигири? Не знаю. Сейчас выпьем по одной и расцветем, как павлиний хвост. Такого вина нигде не найдешь. Ну? Дедушка Кичи, а разве вы меня еще помните? Как мне тебя не помнить, Самур? Да ведь лет 5 прошло. Мне тебя забыть! Вот. Такие турецкие ятаганы имеет только Самуров род. Да и у вас не самый маленький нос на Кавказе. Простите меня, дедушка Кичи. Да. Вы знаете что-нибудь о кукурузе скороспелке? Да. В былые времена была такая кукуруза, о которой вы, ученые, забыли. Вот в этой долине росла такая кукуруза, которая давала по 2 урожая в год. Еще у моего прадеда Гафура росла эта знаменитая кукуруза. И жара, и ветер, и град. А ей все нипочем. Охотно вам верю. Но все это похоже на сказку. Вот как. Ты думаешь, что сказка всегда ложь? Но разве не с ковра самолета начал человек учиться летать? У вас, дедушка Кичи, слава шутника. Вот это-то меня и приводит в ярость. Но шутник и лгун разве одно и то же? Шутник не искушает судьбу. Говорю тебе, не подвергай сомнению свидетельства стариков. Не принимай за сказку забытые сокровища. Да-да, была такая кукуруза-чудесница. Слушай меня, слушай, Самур, сын Мирзы. Найди эти потерянные людьми зерна. Их хранили с драгоценными камнями. Эх, если бы мне твои силы и молодость, я бы пошел в Кулиджа, Межигли, Зилбач. Там издревле занимались этой кукурузой. Кулиджа, Межигли, Зилбач. Кулиджа, Межигли, Зилбач. Постой, Самур. Зайди еще в старый аул к мельнику Бадави. Вот у кого может быть скороспелка. Старый аул? Мельник Бадави, мельник Бадави. Спасибо, я пошел. Счастливо. Мама, где ты? Твой хозяин. Но ничего. Я сейчас сам заткну твой дымоход. Салам алейкум, Кичи. Алейкум салам. Как поживаешь, старый дружище? Наша дружба кончилась с тех пор, как ты бросил горы и оседлал вот эту керосинку. На этой керосинке
твою клячу в два счета обгоню. Обгонишь? Да. Ну давай. 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 Ну заводи, заводи свою шарманку. Сейчас, сейчас. Ну. Самый. Я не понимаю вас. Ну-ка, сними очки. Сними, сними. Тебя как зовут? Самур. Самур? Спасите! Это ты вскружил ей голову, а? Это из-за тебя моя внучка сбежала от меня. Какая внучка? Держись от нее подальше. Иначе я раздавлю тебя, как муху! Ну, убирайся отсюда! Убирайся! Ну и высота. Холодновато. Там на перевале в это время снег часто выпадает. Высоко очень. Правда, Гаджи? Да. Но я вот чего не могу понять. Зачем тебе сдалась эта кукуруза? Люди помидорами занимаются, фруктами, а ты кукурузой. А на будущее знай. Накинется на тебя свора злых собак, сразу раздевайся. Голых они не трогают. Послушай, в заброшенном ауле как-то встретил я одного человека. Вот кто может знать о кукурузе. Это почему? Мельник он. Не знаю, жив он еще или нет. Свирепый был человек. А отсюда туда есть дорога? Есть. Через перевал. Завтра покажу.
Добро пожаловать, гости дорогие. Здравствуйте, а мы вас уже заждались. С приездом, Алибек. Салам алейкум, Мирза. Проходи. Ашура, дорогая. С приездом, Зайнаб. Здравствуй. Здравствуй, Хадижа, рад видеть тебя. Добрый день, Алибек, как доехали? Хорошо, хорошо. Здравствуй. Зайнаб, как ты выросла. Проходи в дом, детка, проходи. Проходите. Здравствуй, Ашура. Добрый день, Мирза. Как здоровье? Спасибо, хорошо. Ой, прекрасно. Да, а где же виновник торжества? Вы знаете... Вот-вот подойдет. Он на опытной станции. Он у нас селекционер. Знаете? Хочет получить новый сорт кукурузы. Да. Как-то раз он скрестил грушу со сливой. Попробуй, дед. Такое получилось. А вы знаете, наша Зайнаб не только учит музыки, но и сама сочиняет. Ну, мам. Дорогие друзья, разрешите тост. Мы с Алибеком давно мечтали о том, чтобы наши семьи породнились. И вот сегодня настал тот торжественный момент. Я предлагаю тост за Зайнаб и Самура. Зайнаб. Извините. Зайнаб. Я сейчас. Да. Не волнуйтесь, угощайтесь, пожалуйста. Да. Все в порядке. Ее в машине укачало. С ней это бывает. Ну и хорошо. Я надеюсь, вы у нас останетесь до завтра. Ну что ж, можно. Я рад. Что-то не похоже. Небось, опять задумал что-нибудь пакостное. Зачем пришел? У меня к вам дело есть. Хотя мне говорили, что вы... Ну? Свирепый. Надеюсь, тебе пришлось в этом убедиться. Как у вас тут интересно? Ну и хитрый же у тебя рожа. И где ты только выкопал себе такой нос? Длинный и тонкий. Небось, любишь его совать куда надо и не надо. Тихо ты, дьявол. Видишь, человек со мной. Пойдем наверх, там поговорим. Спасибо, наелся. Ну, а теперь рассказывай. Вы что-нибудь слышали о кукурузе, которая давала два урожая в год?
Была такая кукуруза. А как она называлась? Эта кукуруза называлась чигири. Чигири? Да. Что знаешь это слово? Скороспелка? Верно. Я даже внучку свою назвал этим именем. Чигири, ваша внучка? Чигири забыла. Любимая в ее тетради. Как она могла оставить ее? Вот, посмотри. А теперь погляди на себя. Это же ты! Как она здесь оказалась? Ты прочти, что написано под фотографией. Отличник учебы Самур Ахмедов, 10 В класс. Эта фотография висела 5 лет назад на школьной доске почета. Читай дальше. Тебя люблю. Ну? Кого люблю? Как кого? Ты что, не... А? Что? Ты что, ничего не знал об этом? Нет. Совсем ничего не знал? Нет. А я, старый дурак, о чем только не думал. Слушай, Самур, ты же хороший парень, Самур. Мы можем с тобой подружиться. Давай выпьем. Давай. Ну, будь здоров, Самур. Ну, а кто ж тогда прислал тебя ко мне? Кичи. Это из-за него все. Он затеял дело с переселением. Все ушли, и я остался одинокий, всеми покинутый. За что, спрашивается? За что? За мою любовь к этой земле наших предков? Как оставить ее? Вот и Чигири ушла. Уходи, Самур. Нет у меня ничего. Дедушка Бодави. Уходи. Все равно ничего не получишь. Так она есть? Я сказал, что у меня нет такой кукурузы. Прощай. Thank you.
Успокойтесь, дедушка Абдулла. Это я. Шайтан! Шайтан, пропади! Я не шайтан, я самур. Помогите, люди! Что случилось, Абдулла? Шайтан! Шайтан! Шайтан в образе Самура! Только что был здесь! Нет, он тут был гореть не в огне! А как он выглядел? Как человек, но почему-то голый? Да и весь черный, как будто из-под земли вылез! А почему ты вспомнил Самура? Он был похож! А куда побежал? Куда побежал? Туда! Почему ты не предупредила меня, Зайнаб? Не успела. Все произошло так неожиданно. Отец сказал, что мы едем на день рождения Самура. А это оказалось помолвкой. Все было давно решено без меня. Куда смотрят твои... Куда смотрят твои родители? Самур ведь фанатик, помешавшийся на кукурузе. Какое счастье может он тебе дать? Кроме микроскопа, саженцев и книг, его ничего не интересует. Ну, держись, кудрявый барашек. Ага. Тихий, как ягненок, а смотри, что вытворяет, а? Хочет быть ученым, а похож на пекаря. Ну, ничего, помну я этому пекарю бока. Невеста! Что случилось? Воры! Где воры? Где воры? Держите его! Да это же Самур! Стой! Стой, Самур! Одеться дай! Негодяй, я тебя! Одеться дай! Стой! Открывай! Не открою! Открывай! Не открою! Ну, я с тобой завтра поговорю. Ну, ты нашел для себя хорошее место. Подожди там до утра. Вот так. Открой! Открой! Thank you.
меня здесь 15 суток просидишь, хулиган. А мои опыты? Никаких опытов. Мне нужно искать скороспелку. Я тебе такую скороспелку дам, авантюрист. Виноград, вино, которое мы из него делаем. Вот чем заниматься надо. И кто только пьет эту вашу кислятину? Фу. Что? Открой! Открой, тебе говорят! Ну, хорошо. Мы еще с тобой поговорим, мерзавец. Сижу я на балконе. Пью кофе турецкий. Курю сигару американскую. Брат присел. Смотрю, идет он. Весь черный. Ой. И совсем голый. Верно. Что говорит? Верно. Только у него вместо трусов кукуруза. Самур! Самур! А не приснилось ли тебе все это, Хабиб? Чтоб не сквозь землю провалиться. А глаза у него горели, как два угля. Точно. Ой. Он в двух шагах прошел от меня. Что ж ты в него не попал? Темно было. А это Самуру. Что? Самуру? Не понесу. Почему? Ха, буду я из-за какого-то сумасшедшего свое здоровье гробить. От него и невеста сбежала. Говорят, он ее на кукурузу променял. Точно! То у него из спины кукуруза росла, а теперь из живота. Мама, я отнесу. Чего я так грущу, я тебя везде ищу. Ты мне кажешься цветком, или горным мотыльком, или облачком в саду, как мечту тебя я жду. Кто же ты? Секрет, без тебя покоя нет. У судьбы своей в плену я во сне и наяву. Мне начертано судьбой быть с тобой, всегда с тобой. Я здесь. Ты что тут делаешь? Под арестом. Открой дверь, здесь есть ключ. Нет, я принципиально не выйду. А ты что, пришла пожалеть меня? Не-а. Я книги тебе принесла. А, давай книги. Да нет, это ж не пройдет. Давай журналы.
правда, будто ты вчера... Да-да, правда. Я был вчера у твоего деда. У дедушки? Чигири у него просил. Так называется кукуруза-скороспелка, которую я ищу. Теперь я знаю, почему тебе дали имя Чигири. Ты что молчишь? Так вот, когда твой дед сказал, что у него нет чигири, я не поверил. Решился на воровство. Пришлось раздеться, чтобы не покусала собака. Только зря я мерз. Кукуруза оказалась самой обыкновенной. Чигири, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Чигири? Да. Никто не хочет понять меня. Кроме Кичи и тебя. Хоть ты еще и маленькая. То маленькая, то невеста. Я пойду. Стой! Не уходи, Чигири. Побудь еще немного со мной. Самур. Да. А это правда? Что от тебя невеста сбежала? Ты здорово, что сбежала. Почему? Да я совсем не люблю ее. Не любишь? Нет. Почему ты все время отворачиваешься? Я тебя не вижу. А-а-а, вот куда упрятали тебя. Здравствуйте, дедушка Кичи. Здравствуй. Здравствуй, Самур. Добрый день. Ну как? Нашел, что искал? Нет. Как только я услышал о вчерашней истории, я сразу догадался, что с тобой произошло. Ты был у Бодави. Да. Хоть и стар он, но подшутить может. Но я вот зачем пришел. Не слушай этих глупцов. Было время, когда эти зерна считались, ну, чуть ли не священными. Поэтому люди замуровывали их в кулоны, в браслеты, в кольца. На счастье. Вот и подумал я, что если... Но украшений так много, что найти в них зерна немыслимо. Ва! Не дослушал, а перебиваешь! Вот. На таких украшениях были изображены жуки-скоробеи. Они ведь считались хранителями зерна. У меня есть такой кулон. Мне дедушка подарил. Во! Где он? Дома. Так пошли скорее. Да откройте же! Выпустите меня, дедушка. Сейчас, сейчас. Скорее. Сижу, значит, на своем балконе, пью турецкий кофе. Брат прислал. Что случилось? Посиди здесь. Я сейчас все узнаю. Ты посиди. Кичи! Кичи! Уходите! Да. Вот я вас сейчас! Вот я вас! Самур, сюда! О.
О, какая красота! Есть. Нож. Дайте нож. Ты хочешь его сломать? Так. Камень сломать можно. Так просто его не снимешь. Так что же? Что же делать? Я боюсь. Чего? За тебя боюсь. За меня не надо бояться. За жука бойся. Сломал. Сломал. Вот она. Скороспелка. Только мертвая. Не плачь, щенячий. Я тебе склею жука. Я не за жука плачу. Повестки для... Тебе чего, Чигири? Извините меня, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы... Что? Мне хотелось бы, чтобы вы... Ты во всем виноват. Довел мальчика до того, что он даже... своей кукурузе охладел. Сыночек, ну скажи что-нибудь. Может, тебе сюда принести микроскоп с пробирками, а? Что делать? Что делать? Сколько дней он пластом лежит, не разговаривает, не ест, не пьет. А теперь еще и температура. Откуда она у него? Неделю из дома не выходил. Может, поешь чего-нибудь? Самур. Самурчик. Не тереби его. Как мог ты запереть мальчика в чулан холодный? Да он помолвку расстроил. Правильно сделал. Не любит он Зейнаб. Ничего. Полюбит. А, еще одной статьи захотел. Какой статьи? А вот такой, как вы с Алибеком хотите насильно поженить детей своих. Вот слава пойдет на всю республику. А кто напишет? Я напишу. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Ну, как наш больной? Все так же. А теперь вот и затемпературил. Даже про кукурузу и то забыл. Видеть ее не хочет. Дыши. Не дыши. Ну что, доктор?
Кроме ангины, повышенная возбудимость, раздражительность, склонность вступать в конфликты из-за пустяков, активная, но неупорядоченная деятельность с ошибками, с легко наступающим разочарованием, апатией. Все это приводит к понижению работоспособности и вызывает у больного отчаяние. Горячие вот тарелки, горчишники. Повернись. Ну-ну. Я давно хотел поговорить с тобой, Самур. Ты что, вздумал мне палки в колеса вставлять? Ты что делаешь? Хочешь отнять у меня Зайнаб? Здорово ты от меня в ту ночь, как заяц удирал. Тише, тише. Терпи, друг. И не дергайся. А то игла сломается и навеки останется в твоей коже, как подарок от доктора Мурада. Явно выраженная неврастения на почве фанатической одержимости в поисках какой-то кукурузы. Полный покой, тишина и никаких свадеб. С диагнозом согласен, со свадьбой нет. Самур, Самур, посмотри, сколько к тебе ребятишек пришло. Я не пойму вас, доктор. Они что, тоже неврастенники, по-вашему? Я вас спрашиваю, отвечайте. Спасибо, ребята, спасибо. Все еще небо коптишь. Копчу, копчу. Вот видишь, новую машину купил. А-а-а. На базар? Нет, кайшат. Муку вот. К свадьбе везу. Вай, вай. Так ведь ее тут на целых 5 свадеб хватит. Так какая свадьба будет? Весь район приглашу. А шкаф зачем? Свадебный подарок для чигири? Переезжаю я, Кичи. Переезжаешь? Не могу больше без внучки. Давно пора. Поздравляю. Теперь и мне скучно не будет. Ну и хитрый же ты лиса, Кичи. Чигири!
Хадижа, поздравляю тебя. Я слышала, Самур вывел новый сорт кукурузы. Отец сказал, что ничего подобного до сих пор не было. Это правда. А как он ее назвал? Об этом никто не знает. Искал одну чигири, а нашел другую. Это я ему подсказал. Да, он подсказал. Без тебя покоя нет, у судьбы своей в плену, я во сне и наяву, мне начертано судьбой быть с тобой, всегда с тобой. Всегда с тобой.